Всем здорова, дорогие друзья! Итак, Resident Evil Code Veronica у нас основная игра пройдена, и теперь переходим к боевой игре. Это режим, режим такой. Здесь нужно за определенное время, ну как не определенное время, там дается, короче, время, чем быстрее, тем лучше, короче, пройти определенное количество локаций. Да, пройти определенное количество локаций, и нам тут дают выбор игрока. Так, за Клэр, смотрите, у нее тут боекомплект, ножик, пистолет, арбалет, короче, и аптечки, ну, патроны для пистолета. Еще один Клэр. Короче, вот, только у нее боекомплект уже другой, короче. Идет ножик, гранатомет, калаш, одна аптечка всего и патроны для гранатомета. Вот, Крис, у него ножик, магнум. Кстати, магнума мы так и не постреляли. Ну вот, так что постреляем в боевой игре немножко. Дробовик, патроны для дробовика и две аптечки. Можем поиграть за Стива. Ножик, два люгера, смотрите, у него есть. Две аптечки и УЗИ. И Альберт Вескер. Да, у него только ножик и три аптечки. Это, короче, самое сложное, походу. Вот, ну начнем мы с первой Клэр. Вот. По порядочку будем проходить. У нас получится несколько серий по режиму боевая игра. Так что давайте начнем. Итак, вид от третьего лица, либо от первого. Давайте, наверное, от третьего, потому что более привычный первый. Ну, ерунда. Первый у нас еще от первого лица предстоит пройти Gun Survivor код Вероника. Там будет от первого лица все. Так что будем играть от третьего, от привычного лица. Давайте начнем. Итак, смотрите, что у нас. Отчет времени пошел. И у нас, смотрите, ножик, пистолет. Патроны бесконечные. Здесь чисто вот так вот, знаете, кромсать. Давайте. Пистолет можно уже не трогать даже. Давайте. С арбалета тут взрывные стрелы. Бесконечные причем. Вот. И отомстим за все наши страдания, короче. Погнали. Просто. Устроим трэш. Устроим хардкор. Даже не хардкор, как. Даже не знаю, как назвать, просто будем херачить. Устроим трэш в этой дыре, короче. Фишка в том, что надо как можно быстрее пробежать все локации. Пошли вон. Держите, твари. Как вам такое, да? Спать нахер. Не нравится, да, когда вам прям не дают даже сдвинуться с места, сразу мочат. Вот. Так, заперто. Заперто. А каково было мне, когда я проходил основную игру? Так что... Ох ты, падла! Цепанул. Ну, и хрен с ним. Цепанул. Руки куда тянешь, падла? Не для тебя росла ягодка, Клэр. Я... Слушайте, я не знаю... Двери как здесь? Все открываются. Здесь закрыто. Пошел вон. Все, отлично. Замочканули. Так, здесь это не работает, ничего. Здесь, в принципе, как бы никакие головоломки, ничего здесь не разгадывать не надо. Просто бежать. Просто бежать и кромсать, короче. Это так. Как дополнительный, знаете, режим просто.
набивать ранг. Так. Ну, и еще главный принцип, здесь надо зачищать, по-моему, ну, всю локацию, потому что если мы не убьем монстров, короче, находящихся в этой локации, мы не сможем пройти дальше. Фишка. Падлы. Окей, даже так умудрились накромсать нам. Окей, давай съедаем, короче, аптечку такую простую. Ах, можно было, короче, скомбинировать. Ну, ладно. Пускай будет так. Окей, здесь у нас куда? Здесь у нас, наверное, вот сюда. Ох ты, падла. Окей. Лежать. Сдох. Так, этот падла траванула. Нет, не траванула. Отлично. Меня не траванули. Окей, так, здесь у нас... Что у нас? Дверь закрыта. Здесь что? О, смотри, травушка. Синяя трава как раз. Если бы траванул, короче, да, свипер нас, то можно было сразу полечиться. Ну, хотя у нас вот эти вот смеси трав, которые даются изначально, они, короче, уже с синей травой, как бы они лечат от отравления. Так, пошел он. Так, смотри, задел одного зомбаря. Все, отлично. Зачищено. Ну это так, знаете, так лайтово. Я думаю, что следующие персонажи, взять этого Альберта Вескера, там хардкор чистый, там с ножиком, короче, жопа просто полная. Вот. Так, живой, да? Вот. Потому что с ножиком будет очень сложно. Жизнь-то у него там не бесконечная. А вот насчет остальных я не знаю, как у них там кончаются, не кончаются патроны, боезапас. Вот. Я думаю, что как бы вот это первое, оно имеется в виду типа самое легкое, поэтому здесь бесконечно. Остальных будет сложнее. Ну это как бы мои предположения, я так думаю. И вот я не помню, по-моему, в конце каждой боевой игры у нас будет босс. Вроде как. Так, окей. Еще траву. Это что, зеленая? Или синяя? Синяя. Да, синюю траву взяли. Окей. Надо было зеленую. Блин, синюю нахер. Надо было зеленую брать. Так. Смотри, а здесь никого. О, смотри, здесь травы сколько. Ну давай, наверное. А, нет, наверное, сделаем вот так. Возьмем и сразу примем. Да. Мы, короче, вылечились. Так, а здесь что у нас? Что-то пустая комната. А, смотри, игровой автомат. Ну, а какая-то папочка. Папочка. Давай, берем. Дневник D.A.E. Декабрь 27. Сегодня женщина в красном попала в мой дом на острове Рокфорд. Интересно, что она...
типа замышляет, чтобы заслужить это или что-то. Я так давно живу здесь, я видела многих людей, посаженных в тюрьму, но редко кто выходил из нее живым. Вдруг откуда ни возьмись появились вооруженные солдаты, и я подумал, что мастер острова был атакован конкурентами, но я волновалась за женщину в красном, я побежала что-то ее тюрьме, но ее там не было. В камеру, короче, ну, короче, в камеру, блин, в тюрьму. Это про Клэр, наверное, говорят, да, женщина в красном. Но ее там не было, она, наверное, причина атаки острова. Типа из-за нее, короче, началось все, да? Когда я добралась до военного завода, мастер острова Рокфорд преследовал женщину в красном. Я была и чуть, типа, на острове и чуть не погибла от отмычки. Чего, блин? Чуть не погибла от отмычки? Что? Тем не менее, спасти мои природные ловкости от опасности и выйти, надо сказать спасибо моей природной ловкости. Что вообще несет просто? Когда я услышал объявление о самоуничтожении и предварительный сигнал, что должна убираться с острова. Короче, поняла, что надо убираться с острова. Это все из-за нее. У меня нет времени думать об этом. Я торопилась в ангар к самолету, чтобы спастись. По дороге к самолету огромный монстр появился в красном. А, и женщина в красном. Он прошел через забор, будто он был бумажный. Кто бумажный? Забор или монстр? Хотя мне хотелось узнать, что случилось с женщиной, я решила не отклоняться от моего маршрута. Несмотря на все взрывы и огни, самолет поднялся в воздух. Я думала, я-то, мы спасены. Я думала, мы спасены. Каким-то образом монстришка залез на самолет с моей помощью. Женщина в красном скинула монстра с самолета. Ее действительно уважать. Типа, стоит уважать, что ли? Не могу поверить, наш самолет приземлился на базе в Антарктике. Ужасно. Чё, команда, взлетевшая на другом самолете до нас, распространила Т-вирус. И теперь эта база полное подобие той на острове, где повсюду гуляют монстры. Я не смогу здесь долго продержаться, я должна найти путь на свободу быстрее. Я оставлю женщину в красном и поищу другой путь. А, это не Стив? Это не дневник Стива? Видишь, он типа... Так, почему от женского имени? Пока я отдыхал в темноте, я почувствовал кого-то рядом со мной. Дверь была закрыта, и я просто продолжил бить в дверь, как помешанная. Дверь открылась, и я рванул туда, но поняла, что мне не нужно бояться, и я оглянулась. Я пялилась на женщину в красном. Жесть. Наконец я нашла блондина в очках. Похоже, он намеревался смыться в субмарине. Я знала, что это мои последние что-то убежать из этого адского места. Это последний шанс убежать из этого адского места. И перед тем, как скмарина задраила люки, я успешно проникла внутрь. Я здесь вообще просто забили хер и не перевели. Окей. Ладно, я не знаю, чей это, короче, дневник, но было забавно. Окей, продолжим боевую игру, как бы немножко отклонились. Я не знаю, может в дальнейшем в других тоже будут дневники всякие разные. Так, лежать падает. Окей. Так, еще один. Ай-яй-яй! Твою мать! Да что ты, не попадаешь по нему! Добивай, падлу. Все, сдох. Траванул, полюбас. Да, отравлен. Окей, отравлен, берем. Ах ты, можно было просто синюю траву. Ну ладно. Ну ладно. Тут что-то блестело. Аптечка. Аптечка тут блестела.
Куча аптечек, короче, бесконечные патроны просто. Это уже, знаете, это уже не survival horror, это уже просто экшен games такие. Называется «Дай пострелять». Окей. Гоним на лифте. Куда нас лифт приведет теперь? Угу. Отлично. Отлично. Смотри, бочка. Давай. Воу-воу-воу-воу-воу, там не одна бочка, там просто цепная реакция сработала. Просто всех зомбарей замочили. Так, а куда нам теперь? Так, это не открывается, значит, в те двери. Вот сюда. Так, чувака с миной на спине. А, еще смотри, живой. Был. Был живой, так, а теперь куда? Сюда, да. Я не знаю, те двери открыты, не открыты. Вообще хер пойми. Так, там здоровяки. Ах ты, падла. Единорукая. Своей культяпкой. Так, погоди. Закрыто. Окей, закрыто. Там, смотри, аптечка еще лежит. Но нам, по-моему, некуда брать, да? У нас места нет. Да. Ну и хрен с этой аптечкой. У нас так навалом. У нас так достаточно. Смотрите, мы уже 11 минут бегаем. 11 минут. О! Александр! Когда мы с ним сражались, у нас не было такого арбалета. Твою мать. Твою мать. Интересная мысль, чтобы обсудить ее. Алиса, заткнись нахер. Она опять вылезла и начала глаголить какую-то дичь. Погоди. Так, аптечку. Блин, сколько в него, да? Даже... А, замочил. Я-то думал, сколько в него там патронов надо. Короче, прошли мы. Вот. Первую боевую игру за Клэр. Вот. А, рекорд, результат, рекорд. Время 15:11. А, граница... Ранга А, короче, за 6 минут надо пробежать, да, а граница Е у нас получена. Но добиваться границы А мы не будем, мы как бы, ну, как бы, я не сторонник, знаете, вот это 100% там все это проходить, вот. Мы посмотрели, прошли боевую игру, добрались до конца, все чисто, все по красоте, вот, и в следующем видосе уже будем проходить за вторую Клэр, короче, там посмотрим, что да как. Ну, а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, обязательно комментируем, вот, и с вами был Валерий.